Италия – родина моды. Законодатели трендов, создатели инновационных тканей и новых силуэтов живут и творят именно здесь. Во Флоренции модный дом Бриони отметил свой юбилей – 75 лет. Не случайно, ателье по пошиву одежды, основанное в Риме в 1945 году, отпраздновало годовщину в столице Тосканы. Здесь, в 1952-м, Бриони впервые в истории мировой моды организовал показ мужской одежды и продемонстрировал итальянский стиль. В Палаццо Питти на подиуме показали новый крой, ткани, смелые узоры. В этом году посмотреть юбилейную коллекцию сезона «Осень-зима» приехали ценители бренда и журналисты со всего мира. Как подобает настоящему празднику, устроили торжественный вечер. Однако новую коллекцию показали не модели и не на подиуме. Наряды от Бриони надели известные музыканты из Италии, Франции, Португалии, Австралии и других стран. Звучали произведения Чайковского, Моцарта, классическая музыка. Ведь Бриони – элегантная марка для настоящих джентльменов. Нам не хотелось сделать обычный показ, потому что на них зачастую невозможно рассмотреть детали. Я решил показать высокое мастерство, совместив его с музыкой. Портные, которые работают в Брионе, сначала 5 лет проходят проверку и обучение, и только потом начинают шить. То же самое и у музыкантов. Это мастерство, на которое потрачено время. В новой коллекции пальто из альпаки, водолазки из кашемира, которые носят под пиджак. Костюмы, нарядные, роскошные пиджаки из жаккарда и вышитого шелка, что подчеркивает достижение основателя Бриони Гаэтано Савини, известного как мистер Шелк. Цветовая гамма, коричневый, кремовый и ультрамодный оттенок этого года, насыщенный синий. Дополняют образы отполированные ботинки и вельветовые лоферы. Очень важен стиль, чтобы мужчины выглядели хорошо. Но при этом дизайн одежды не должен бросаться в глаза, когда они проходят мимо. Заметить его можно только если подойти близко и потрогать ткань. И тогда человек может сказать «Вау!» и оценить наряд. В такие моменты чувствуешь себя прекрасно. И в этом заключается моя работа. Бриони – символ элегантности, мужественности и высокого статуса. Модный дом одевал почти 60 президентов. Среди знаменитых поклонников бренда – американские актеры Кларк Гейбл и Генри Фонда. В звездном списке также Хью Джекман, Том Круз, Сэмюэль Л. Джексон, Мэтт Дилан, Брэд Питт, Пирс Броснан, который демонстрировал костюмы Бриони в фильмах о Джеймсе Бонде. Уже 75 лет модный дом доказывает, что мужская мода – это искусство.